A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую всех миром Господа Иисуса Христа. Мы начинаем еще одну программу Христианской Церкви Маранафа, провозглашая вечное Евангелие. Рубрики нашей программы, они производятся для того, чтобы представить вам различные, ответить на различные нужды вашей семьи, духовные или практические, ежедневные жизни, общение между детьми и родителями. На нашей программе, нашей рубрике Заветы Маханаима мы рассмотрим то, как Господь Иисус действовал по Его смерти и воскресенье, и Его встреча с учениками, которые шли в город Эммаус. На нашей рубрике «Организация и методу» сестра покажет нам, как работать с детьми. Сестра Жанайна Зумах, она продолжит рассматривать с детьми гамму ми-мажор. А на нашем уроке для детей, подростков, сестра Карла Фигереду поговорит о жертвоприношении в Скинии. Смотрите рубрику «Заветы Маханаима». Это рубрика «Заветы Маханаима». Господь да благословит всех вас. Миром Господа Иисуса. Пастор Сержан, мир Божий. Мир Божий, пастор Даниил. Возлюбленные братья и сестры. Мы каждую неделю в нашей рубрике рассматриваем доктринальные аспекты, исторические, пророческие аспекты Слова Божия. Мы благодарим всех вас за ваше участие, за то, что вы смотрите нас. Мы получаем множество посланий, свидетельств, комментариев о программе «Провозглашая вечное Евангелие». И вы также можете участвовать. В этот момент на экране появился QR-код. Присылайте нам ваши послания, участвуйте, пишите нам ваши свидетельства. И первое послание, которым мы поделимся с вами, пришло к нам из города Рио-де-Жанейро от брата Роналдо Лопес Рамос, который написал программу, провозглашая вечное Евангелие, является весьма важной для моей духовной жизни. Слава Иисусу! Сестра Нилза Мартинс из города Катагуази, штата Минас-Жерайс, написала: «С каждым уроком программы «Провозглашая вечное Евангелие» я чувствую, что я все более и более готова ко встрече Господа Иисуса». Мы благодарим участие всех тех, кто написал нам ваши послания. В сегодняшней программе мы продолжим рассматривать доктринальную секвенцию встреч Господа Иисуса с людьми, с группами и с толпами людей. И мы увидели на этой прошлой неделе эти встречи, которые
были отмечены великим переживанием, но прежде всего переживание спасения. На прошлой неделе мы попросили, чтобы нам прислали комментарии о встрече Господа Иисуса с двумя учениками на дороге в Эммаус. Эта встреча записана в Евангелии от Луки, главе 24, стихах с 13 по 25, по 35. И мы получили множество посланий и ответов. И в течение нашей программы мы покажем вам некоторые из этих ответов. Евангелие от Луки, главе 24, главе. Господь Иисус, Он встретился двум ученикам, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И вот здесь вот мы можем увидеть на карте, это вся, весь регион Иудеи и Израиля. Это то, где Господь Иисус совершал свое служение. И Он встречался с разными людьми, с группами. Иерихон, Сихарь, Наин, это провинции. Это географическое разделение времен Господа Иисуса. И вот здесь вот мы можем увидеть про этот путь, который ученики Иисуса совершали из Иерусалима в Эммаус. Евангелие от Луки, глава 24. Библия говорит нам где-то 60 стадий. И где-то приблизительно в наши дни это около 12 километров. Но очень важно вспомнить, что это не было просто 12 километров по прямой. Нет, это было горы, и холмы, и долины. И поэтому они обычно совершали этот путь за один день. И они спускались из Иерусалима, потому что Иерусалим, он находится в более горном регионе, чем Эммаус. И вот это вот прекраснейшие картины Эммауса наших дней. Встреча Господа Иисуса с двумя учениками на пути в Эммаус, она очень тесно связана с фактом, который является основанием, базой христианства. Этот факт – это воскресение Господа Иисуса. Даже потому, Даниил, потому что эта встреча, она произошла сразу после его воскресения. Мы увидим, это очень важно заметить, что эти двое учеников, они не знали о том, что Иисус воскрес. И воскресение Господа Иисуса является частью его Евангелия. Это эссенция Евангелия Господа Иисуса. Это центральная часть. Это послание спасения для человека. И в этом послании спасения находится заключена жизнь вечная. И очень важно с четкостью показать, что наше существование, мы считаем, мы как бы живем к смерти. С каждым днем мы живем, мы не живем, а скорее более умираем. И человек, он когда рождается, он уже начинает отсчитывать свои дни к смерти. И с каждым днем, который проходит, человек умирает все больше. И во времени, сотворенном Богом, время человека обозначается словом «жизнь». И эта жизнь, она заключена в работе творения, то есть в сотворенном мире. Это жизнь человека между рождением и смертью. Но это уверенность в жизни и смерти есть одно исключение. Почему? Потому что воскресение Господа Иисуса – это то, что покажет нам другую жизнь, которая существует вне этой жизни. И дни ее считаются постоянно, то есть они не кончаются. Почему? Потому что воскресение Господа Иисуса на самом деле это было великим посланием, проповедью, которая была установлена и которая установила собой, стала базой христианства и ранней церкви. Церковь, которую мы называем ранней церковью. Почему? Потому что при воскресении Иисуса Господь Иисус показал
что вместо того, чтобы жить под гнетом смерти, человек должен готовиться к жизни. Но какой жизни? К вечной жизни. Вечная жизнь, которую Господь Иисус принес посредством своей крови, своей смерти, своей жертвы на кресте, которая и есть, именно и есть эта жизнь с избытком. Эта жизнь с избытком, она превосходит время, оно переходит границы времени земного, она выходит за рамки работы творения и переходит в работу искупления. Как написано в Евангелии от Иоанна 10:10, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И эта жизнь лишь Иисус может дать человеку. Жизнь с избытком – это значит жить в этой жизни, а также в следующей жизни, которая есть в жизни вечная. И тогда мы можем объяснить два ожидания, которые мы имеем в этой жизни. Первое – это то, что мы имеем здесь. Это земная жизнь, имеющая начало, конец. Родился в таком-то году, в такой-то день. Это жизнь в работе творения, это жизнь в сотворенном мире. Но Господь Иисус, Он приносит, предлагает нам другую жизнь, иную жизнь, которая началась с момента, когда Он пролил свою кровь на Голгофе, начиная с момента, когда Господь Иисус на кресте пролил свою кровь, Он предлагает до сегодня новую жизнь, спасение. И Библия говорит нам, что в Евангелии от Луки, в полвоскресенье Иисуса, в тот же день, день, когда Иисус воскрес, двое из учеников, они вышли из Иерусалима, города, где Господь Иисус умер и воскрес, и пошли в Эммаус, в деревню, которая называлась Эммаус. Дистанция, мы уже сказали, это было около 60 стадий. Один день пути пешком или 12 километров. Это был очень жаркий климат и трудная дорога. И наверняка с Сергием они говорили о смерти Господа Иисуса. Почему? Потому что они были его учениками, они были его последователями. И на самом деле они, Библия говорит нам, они были в шоке. И не только они, но и все другие, все остальные ученики. Почему? Потому что смерть Господа Иисуса для них была только в рациональном анализе. Но рационально она не имела никакого смысла. Его, Иисуса задержали незаконно, обвинили за то, чего он не сделал. Римляне, они, римское правительство, оно сказало: «Хотите, я вам отпущу Иисуса или Вараву?» Они выбрали Вараву. И поэтому ученики, они были в шоке, они были как бы поколебались из-за всего этого. Но очень важно напомнить, что Господь Иисус был приговорен к смерти религиозными людьми того времени. И на этом пути, возвращаясь к нашему уроку о двух учениках, ушедших в Эммаус, к ним подошел, кто-то к ним подошел по дороге. Они подумали, что это был какой-то странник. И Евангелие от Луки 24:15 написано: «И когда они разговаривали и рассуждали с собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но они не узнали его». Они не знали, что Иисус воскрес, что он жив. И вот здесь, что привлекает очень сильно наше внимание, Сержа, очень интересно. Несмотря на то, что они провели какое-то время с Господом Иисусом, Библия говорит нам, что те двое учеников не узнали его. Несмотря даже на то, что Иисус говорил с ними и спрашивал их, почему вы печальны. И в этот момент один из двух учеников, единственный, чье имя Библия нам говорит, и по имени Клеопа, он сказал в ответ Иисусу: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
ты странник в этой земле? Клёпа даже спросил у него, у самого Господа Иисуса, которого они не узнали, он спросил у него, странник ли ты в Иерусалиме? На самом деле они не узнали Господа Иисуса, как ты уже сказал, пастор Даниил, потому что они еще не постигли, не получили откровения. Иисус должен был открыться им. И среди этого разговора с человеком, с Клеопой, с учеником по имени Клеопа, он говорит Иисусу, что они не, которого они не знали, кто он. И он начал рассказывать Иисусу о смерти Иисуса. И этот Клеопа, человек Клеопа, он говорит, и он упоминает Иисусу, говорит, все, что произошло, что он был осужден, и что он на смерти он был распят. И что происходит очень часто с религией, что происходит с христианством? Люди в своей большой части, они думают об Иисусе человеческом. Красивые глаза, длинные волосы, глаза, взгляд устремленный в горизонт. Но Господь Иисус, он был ничем из этого. Библия говорит нам в книге пророка Исаии, что Иисус был невзрачен видом, у него не было ни вида, ни величия, и он был умолен пред людьми, был презрен. И написано, и мы отвращали от него лицо свое. И пророк, он говорит еще больше, что он был мужем скорбей, изведавший болезни. И что после 3 лет служения, после 3 лет хождения по земле израильской, молитвы, ночные молитвы, преследования, и в последние несколько дней его жизни, перед его смертью, перед его заключением и смертью, Библия говорит нам, что пот Иисуса, когда он молился, он капал, как капли крови. Это была жертва за грех, который Иисус взял на себя. Все это было про его пот и его кровь. И Библия говорит нам из книги Исаия, ранами его мы исцелились. Благодаря смерти Христа мы получили доступ к Богу живому, к спасению. Он принял нашу смерть, чтобы дать нам свою жизнь. И подобно тому, как 2 ученика знали лишь Иисуса как человека, есть христианство, существует христианство, которое знает Господа Иисуса лишь для этой жизни. Это христианство земное, оно видит лишь то, что является интересом для этой жизни, вместо того, чтобы познавать Иисуса открытого, который дает вечную жизнь, который дает спасение. Иисус, которого мы считаем благим, и которые удовлетворяют интересы религии, но эти интересы, они обращены лишь к земной жизни. Но это фундаментально, это важно, это эссенциально нам понять, что Иисус не является лишь религиозной личностью, это откровение Бога человеку, которое совершается через его Духа Святого, при действии его Духа Святого. А теперь мы поймем, что такое откровение. Начиная с этого текста, который показывает нам. Но глаза их были удержаны. Евангелие от Луки 24:16. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И это параллель, пророческая параллель с человеком, который говорит о Иисусе, заключенном лишь в истории, но не знает Иисуса открытого, Иисуса, который имеет жизнь вечную. Даже потому, что спасение – это откровение Иисуса человека. Если Иисус не откроется, если не произойдет вот этого откровения –
Посредством действия Духа Святого человек не может достичь истинного спасения. Человек не знает, кто такой на самом деле Иисус. И говоришь, как, что за ключ? Где секрет? В чем секрет? Чтобы понять и постичь эту тайну Слова Божия и спасения. И ключ заключен в том, чтобы Дух Святой имеет возможность дать Духу Святому возможность открыть Иисуса человеку. И мы можем увидеть это сейчас во многих примерах и текстах библейских. Например, на третий день после смерти Иисуса, немного раньше до его встречи с двумя учениками в Эммаусе, Мария пришла ко гробу Иисуса. Она плакала, потому что тело Иисуса не было в гробнице. Он воскрес. И в тот момент два ангела подошли и спрашивают у нее, что ты плачешь? А она отвечает, унесли Господа моего. Но Иисус, который уже воскрес, он был рядом с ней. Но она еще не знала этого. Что тот, кто находится рядом с ней, это Иисус, воскресший Иисус. Это то, что мы сказали только что. По воскресении Иисуса многие не обращают внимания на это. После того, как Иисус воскрес, давайте сделаем на этом ударение. После того, как Иисус воскрес, его узнали лишь те, кому он открылся. Мария узнала Господа Иисуса, когда он открылся ей, позвав ее по имени. И именно поэтому мы хотели бы упомянуть одно из свидетельств, которое мы получили от Лоран де Соуза из города Эморис. Пока Иисус не откроется человеку, у человека будет лишь библейские знания. Но после того, как Иисус открывается, он приносит нам общение посредством действия Духа Святого. Иисус находился рядом с Марией, она не узнала, но когда она услышала, что Иисус зовет ее по имени, она говорит, это голос моего учителя. Она поворачивается и говорит ему, равуни. Что значит учитель? Важно, чтобы у человека было переживание. Какое переживание? Переживание личной встречи с Иисусом через откровение, данное посредством Духа Святого. Подобно тому, как Мария и имела это переживание, мы видим то же самое переживание в жизни апостола Павла, который был преследователем церкви до момента, когда Иисус открылся ему. Он проговорил к нему, Павел был окружен сиянием света, и он услышал голос. Сержио, да, это для тех, кто еще не знает истории библейской. Павел до этого момента, написано в книге «Деяния апостолов» в 9 главе, Павел до этого, он преследовал церковь. И он преследовал от имени своей религии. Он преследовал, он получал письма для того, чтобы всех тех, кто следует этому учению, сажать в тюрьмы. И когда он был освящен светом с неба, он сказал, «Кто ты?» И тогда Иисус говорит ему, «Я Иисус, которого ты гонишь». И работа Духа Святого, возлюбленные, она заключена в том же иметь посвящение, провозглашать пророческое послание. То, что нужно быть, чтобы все поняли это, ибо это и есть желание Бога. Это то, что Бог обещает нам в своем слове. Это и есть миссия Духа Святого открыть Иисуса в сердце человека. И если человек не познает открытого Иисуса, Иисуса пророческого, он может иметь много, у него может быть Библия, познание библейские, но он не достигнет спасения, он не перейдет в вечную жизнь с Богом. И это и есть основная, центральная тема Библии. Послание Господа Иисуса, жизнь вечная. Человек может получить множество благословений от Господа, и Бог благословляет. Человек может получить исцеление, иметь
материальные блага, хорошую семью, но если он не имел переживания, жизнь вечную, спасение, он будет лишь, как написано в 1 Коринфянам 15:19, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И Бог, Он помогает, да, в своей безграничной, бесконечной милости. Он помогает человеку, он приходит человек навстречу, благословляет его во многих частях его жизни. Некоторые верят в Иисуса, они молятся за кого-то, кто не знает Бога. И молит Господь: Господь, помоги им. Но, и это самая центральная часть, ничто не имеет большей ценности, чем спасение и вечная жизнь. Спасение, возлюбленные, это самое великое благо, которое человек может иметь, потому что оно для этой жизни и для жизни вечной. Поэтому переживание, спасение, оно незаменимое. Его невозможно заменять. Поэтому человек должен искать, стараться познать Господа Иисуса. И какому Иисусе мы говорим? Иисусе, который открывается нам Духом Святым. Он открылся Марии, Павлу, этим двум ученикам на дороге в Эммаус. И сегодня Он открывается тем, кто ищет Его. Давайте посмотрим, как же Иисус открылся этим двум ученикам на пути в Эммаус. Придя в деревню, куда они шли, и когда день уже склонился, Иисус показал им, сделал вид, что Он хочет идти дальше, но они удержали Его, уговорили Его, и говоря: «Останься с нами». И начиная с этого момента, Господь Иисус начал открываться им, как написала нам сестра Бьянка Лоренцо из города Трес Понтас. Иисус не открылся им на пути, но после того, как они сказали Ему: «Останься с нами, ибо уже поздно». И когда Иисус прощался с ними, два ученика, они попросили, они начали удерживать Его, говоря: «Останься с нами, войди с нами в дом». И они остались в этом доме. И мы увидим также послание от брата Паула Мансо, который Марсио написал нам следующее. Каждый раз, когда мы приглашаем Иисуса, что это за приглашение? То же самое приглашение, что эти двое учеников сделали Иисус: «Останься с нами». Если мы приглашаем Иисуса с открытым сердцем, Он входит в наши сердца. И теперь здесь очень-очень важная часть во время этой встречи с Господом Иисусом. Несмотря на то, что по пути, на их пути они не признали Иисуса, не узнали. Они думали, что Он пилигрим, но было знамение. И позже мы увидим, когда Иисус уже открылся им, они сказали следующее, глава 24, стих 32. «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Когда Иисус открыл, что это такое, что это за сердце, горящее сердце? Обратите внимание, они говорят с Иисусом, для них Он пилигрим, они не знали фактов. И Иисус начинает открывать им в Писаниях, открывать им Писание. И тогда их сердце начало гореть. Почему? Потому что Слово Божие было пророческим. Иисус, Он обратился к пророкам. Все то, что пророки говорили о Нем, спасение оно пророческое, поэтому они были завоеваны, можно так сказать, открытым словом. Их сердце было завоевано открытым словом. И тогда они сказали Иисусу: «Останься с нами, потому что наше сердце радуется, потому что присутствие Господа Иисуса, открытого Иисуса, оно согревает сердце человека, оно приносит второе дыхание, безопасность, надежду». Господь Иисус открылся им, говорит нам Библия, в момент, когда Он
разделил хлеб, преломил хлеб. Это пророчество о том, что Господь Иисус открывается в общении тела, которое есть верная церковь. И мы выделили здесь в Библии. И когда он возлежал с ними, они говорили, он вошел в их дом, то, взяв хлеб, то, что сказал ты, брат, это спасение в теле, он взял, благословил, преломил и открылись глаза их. И как написала нам Джованни Мерсис, так же, как во время преломления хлеба Иисус открылся им, он открылся и нам. Ибо спасение произойдет лишь тогда, когда человек имел переживание личной встречи с Иисусом, и лишь откровение может сделать так, чтобы глаза человека открылись. Может открыть глаза человека, потому что откровение – это свет. Вечная жизнь – это то, чего ожидает церковь. Верно живет этим. У нас два ожидания в этой жизни. Это жизнь земная, начало и конец. И она важна. И мы должны жить ее с посвящением. Но есть другая жизнь, возлюбленные, которая называется жизнь вечная, которая никогда не закончится. И мы будем жить в небесах с Иисусом. И чтобы достичь жизни вечной, нужно знать Иисуса, познать Иисуса открытого Духом Святым. Маранафа. Господь Иисус грядет. Слава Иисусу. Хотели бы напомнить, что наша рубрика «Завета Маханаима», все ее содержимое, оно готовится и строится на уроках Воскресной библейской школы и наших семинаров, семинаров Христианской Церкви Маранафа. Наша Воскресная школа проходит каждое воскресенье в 10 часов утра по бразильскому времени на нашем канале на Ютубе. Наша программа не закончилась, продолжайте смотреть рубрики, которые придут за этой. На следующей программе мы поговорим о встрече Господа Иисуса со слепым Вартимеем, как написано в Евангелии от Марка, главе 10, стихи 46 по 52. И мы хотели бы, очень хотели бы услышать от вас ваши комментарии на эту тему, в особенности упоминая пророческие аспекты этой встречи. В этот момент на экране появился QR-код. И очень просто. Все очень просто. Приблизьте камеру вашего телефона вашего телефона, QR-кода. Я хотела даже показать вам на своем телефоне, как это очень просто делается. Есть люди, которые не умеют этого делать, но мы вам покажем. Давайте покажем вам. Откройте свой телефон и откройте камеру. Камеру, которую вы фотографируете. Кликните на вашу камеру. Приблизили к QR-коду. Моя камера, она уже увидела QR-код. И наверху появился баннер такой. И как только я кликаю на этот баннер, то открывается номер WhatsApp нашей программы, по которому я могу прислать наше послание. Или я могу ответить сразу, я молю, вы можете молиться, изучать Слово Божие. И присылайте нам свои комментарии. Участвуйте. Далее мы споем псалом. Название этого псалма – «Любовь Божия велика». И велика, и Божья любовь, она действительно велика. В любовь Божию может вместиться, ее достаточно для вас, для вашей семьи, все человечество. Поэтому Иисус и умер. Потому что Иисус есть великая любовь Божия. Господь да благословит всех вас. Миром Господа Иисуса. Мир Божий. Любовь Божия велика. Он послал Сына Своего на крест. Чтобы умереть за меня и за тебя.
и для того, чтобы победить. Para vencer. Vencer. Победить смерть. A morte. Победить боль. A dor. Он Иисус. Unigênito. Единородный Сын. Царь, Господь и Спаситель. Он же зовет тебя к жизни. Зовет тебя в свет. Смерть победил Он. Мой Иисус. Хочет спасти. Дать тебе жизнь. Приди ко Христу. Высокую цену заплатил Он из любви к грешнику. Там, на кресте, Иисус умер. Но после Он воскрес. И depois ressuscitou. Смерть победил Он. Morte. Победил боль. Eu a dor. Он, Иисус. Единородный Сын, Царь, Господь и Спаситель. Приди к Христу. Слава Иисусу! Вы будете смотреть нашу рубрику «Организация Митн». И наша учитель Кейзи Нунис, она поговорит. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас миром Господа Иисуса. Сегодня мы поговорим об учении. Мы поговорим о том, кому мы можем обратиться в отношении обучения наших детей. Какие институты и какие работники отвечают за каждый уровень национального обучения. Кроме того, что у нас есть государственно установленное обучение, у нас есть союзы, штаты или муниципальные и школы. И за что же отвечает наше правительство? Правительство, оно создает законы в отношении обучения. И институты, когда мы говорим о школах, институтах, мы говорим о средних школах и институтах
Но за что же отвечают штаты? Штаты, они отвечают за секретариат обучения штата. И самая главная часть обучения – это средняя школа и также высшие классы средней школы. И за это отвечают штаты. И муниципалитеты, они отвечают за организацию обучения в их муниципалитетах, учитывая законы и штата. И самое главное, работа, она предлагается тем, кто работает в школах и в детских садах. И что же, на чем лежит ответственность школ? Организовать план обучения, работать с детьми, с родителями и удостовериться в том, что наши дети, они проходят обучение. Если вы не смогли отправить вашего ребенка в школу, обязательно обратитесь к властям, к местным властям. Если ваш ребенок не смог совершить полностью обучение в школе, то обратитесь в государственные органы управления, чтобы вам помогли устроить вашего ребенка в школу. И очень важно, чтобы наши дети продолжали учиться. Ваши дети закончили среднюю школу. Очень важно обращать внимание на наши государственные экзамены, особенности экзамены штатов и государственный экзамен для поступления в высшее учебное заведение. Ваши дети уже прошли институт, но они еще не выбрали не смогли устроиться на работу. Вы можете помочь им устроиться на какие-то курсы. Очень важно, нам нужно обращать внимание на то, что мы делаем, потому что обучение – это вложение, которое мы делаем в жизнь, нашу профессиональную жизнь. Ни одна из профессий не является очень простой. Для каждой из них мы учимся и посвящаем себя. Но если вы не рады своему выбору профессии, то это дело усложняет вещи. Книга «Притч» говорит нам следующее. Постигай мудрость. И не удаляйся от слов уст моих, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого, не уклоняйся от слов уст моих. Приобретайте мудрость, приобретайте разум посредством познания, учений, знаний, и не удаляйтесь от слов уст Господних. Слово Божие – это спасение. Давайте всей семьёю учить наших детей, чтобы они ценили как обучение, и также следовать тому, что Господь дарует нам, чтобы мы были успешными людьми. Мы хотели бы напомнить, что на нашем канале на Ютубе есть дополнительные уроки в плейлисте «Организация метода». Вы можете также писать нам, задавать вопросы по имейлу, который появляется сейчас на экране contato@radiomanaim.com.br. Господь да благословит всех нас. На прошлом уроке сестра Женаина Зумах научила нас гамме ми-мажор, а сегодня она продолжит изучать, чтобы вы могли на практике увидеть это. Возьмите ваш инструмент, давайте научимся. Мир Господа Иисуса всем вам, в особенности нашим возлюбленным детишкам, нашим подросткам. Вы знали, что сейчас, в конце этого месяца, наша рубрика «Совершенная хвала», она отпразднует свой первый год после своего создания. Что за чудесное благословение! Мы готовим особенное издание, и вы не можете пропустить его. Аминь! Давайте мы обратимся к нашему части. И тем видео, которое мы получили наших учеников Николь Матус из города из Витория, штат Спирит-Сант.
Pedro Emanuel, os города Betim, штата Минас Жерайс. Os irmãos. Братья Педро и Густаво из города Эунаполис, штат Баия. David Mota, из города São Gonçalo, штата Рио де Жанейро. Os irmãos. Брат и сестра Наталья и Эйтор, из города São José dos Campos, штата São Paulo. Campos, São Paulo. Это малышка Карол, ей 4 годика. Она любит прославлять Господа, она из города Форталеза, штат Сеара. Это Маркус Бенджамин из города Ибиа, штат Минас Жерайс. София Элоиза Шавьер из города Вилла Дионизия, штата Сан-Паулу. Слава Господу! Да будет прославлено имя нашего Господа! На прошлом уроке мы с вами познакомились с гаммой ми-мажор. У нас 4 диеза. Посмотрите, какие вы уже умные, как вы научились. Поздравляю вас, вы так хорошо учитесь. Мы узнали эту гамму, чтобы мы могли учиться, выучить новый псалом. Давайте вспомним нашу гамму. Большой палец на ноте ми. Мы не можем забыть о том, что мы вставляем пальчики. Продолжайте заниматься дома. Аминь. А ваш инструмент готов? Вы готовы? Бегите быстрее, чтобы взять ваш инструмент. Теперь мы споем псалом. Мой светильник ясный вместе со всей детьми, со всеми детьми из города Фолс-Джигласу. И они поют на языке знаков, жестов, обнимая всех вас и мир Господа Иисуса всем вам. Мой светильник ясный, наполнен свежим маслом, возвещает миру, что Господь мой грядет. Свет сияющий, яркий, это голос Божьей Церкви, Иисус мой грядет. Зажги светильник твой, не дай, чтобы он совсем погас. Пусть осветит лицо твое, чтобы видеть мог Иисус. Зажги светильник твой, не дай, чтобы он совсем погас. Пусть осветит твое лицо, чтобы видеть мог Иисус. Yeah.
хоть должен мой светильник оказаться пуст. Наполнен свежим маслом, лучше будет пусть, горящий Божьим светом, чтобы вознестись. Мой светильник ясный, наполнен свежим маслом, возвещает миру, что Иисус мой грядет. Свет сияющий и яркий — это голос Божьей Церкви. Иисус мой грядет. Когда Бог установил богослужение в Ветхом Завете и повелел построить скинию, то центральным элементом этого богослужения был Агнец. В нашем уроке сестра Карла Фигередо, она поговорит о жертвоприношениях в скинии. Мы приветствуем всех наших детей, подростков и тех, кто смотрит нас миром Господа Иисуса. Наша тема – это сила крови Иисуса. На нашем сегодняшнем уроке мы посмотрим на жертвоприношение в скинии. И построит мне скинию, святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, образец скинии и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Исход 24, глава 25 стихи. 8-9. Библия рассказывает нам, что народ Божий долгое время пробыл в рабстве египетском, но Бог услышал их молитвы и послал Моисея, чтобы он вывел их из Египта в землю обетованную. Когда они дошли до горы Синай, то Моисей взошел на гору, потому что Бог призвал его. Бог открыл ему нечто очень интересное. Бог открыл им постройку святилища, скинии. И Бог повелел построить скинию, что потому что он хотел жить среди своего народа. И каждый раз, когда они строили это и совершали богослужение, то они должны были устанавливать свои шатры вокруг скинии. Почему? Потому что когда они выходили из своих шатров и видели скинию, то не знали, Бог обитает среди народа своего. Скиния была окружена льняными завесами, и у них была одна дверь. Все, от малышей до взрослых, могли войти через дверь, которая... Это говорит нам об Иисусе. Иисус есть дверь. Иисус сказал: «Я есть дверь. Кто, если кто войдет мною, то спасется». Евангелие от Иоанна 10:9. Как чудесно! Спасение доступно всем. Оно доступно, оно готово для того, чтобы каждый из нас мог получить это благословение, когда мы принимаем Иисуса Спасителем. И дверь за, сразу после двери в скинию находился жертвенник всесожжения. Он был сделан из дерева ситим. С ним было очень, очень легко работать. Это говорит нам также об Иисусе, который пришел на землю, чтобы отдать себя в жертву и показать нам спасение. Это была совершенная жертва из любви к нашим жизням. Этот алтарь, он был облачен, обработан сверху облечен в бронзу или в медь. И Слово Божие говорит нам об этом. Он чудный советник, Бог вечности и князь мира – это наш Иисус. И Слово Божие говорит нам, что каждый раз, когда вы входили через дверь, то вы входили и видели этот жертвенник. Когда мы входим в дверь, у которой есть Иисус, и каждый раз, когда мы входим, мы приносим нашу жизнь на алтарь Господень, на жертвенник Господень, мы взываем о крови Иисуса для очищения нашей жизни, чтобы получить прощение и освобождение. И мы совершаем это в начале нашего богослужения. Каждый раз, когда мы прославляем нашего Господа, мы склоняемся на колени и взываем об этой крови и просим у Бога прощения. Как чудесно!
Давайте ценить это богатство в нашей жизни, кровь Господа Иисуса, потому что каждый раз Бог работает в нашем сердце. Кровь Иисуса омывает, очищает нас, и мы достигаем общения с Богом. Тогда Дух Святой имеет свободу действовать в нас и показать нам все. Слово Божие, да будет благословение в нашей жизни. Мир Господа Иисуса всем вам! Я хочу жить вечно-вечно со Христом. И хочу пить от воды жизни. Я хочу есть от дерева жизни. С Иисусом вечно буду жить. Я буду жить, да, я буду жить. И буду ходить в саду моего Господа. Древо жизни посреди сада. Это обетование, которое Господь мне дал. Грех останется позади. Он больше не властвует надо мною. Я сделал добрый выбор. Жить вечно в небе со Христом. Я буду жить вечно с Иисусом. Я хочу пить от воды жизни. Я хочу есть от дерева жизни. С Иисусом вечно буду жить. А теперь я хотел бы поговорить и обратиться к вам, кого коснулось послание этой программы. И вы нуждаетесь в том, чтобы услышать голос Господень. Те, кто проживает на территории Бразилии, в любой день дня и ночи, можете звонить по телефону, который находится на экране, 0800-707-3076. Это телефон для всех тех, кто не является членами церкви Маранафа и нуждаетесь в духовной помощи. Следите за нашими публикациями на нашем веб-сайте, на страничке Facebook, на Инстаграме. Узнавайте больше о нас. Можете также слушать нас в нашем приложении «Радио Манаим», слушать псалмы, проповеди. Вы также можете делиться с ними. Мы подошли к концу нашего издания программы «Провозглашая вечное Евангелие». Я приглашаю вас каждое воскресенье в 10 утра по бразильскому времени на нашем канале на YouTube транслируется воскресная библейская школа. А на следующей неделе, если Господь позволит нам, то мы будем снова вместе на нашей программе «Провозглашая вечное Евангелие». Маранафа, Господь Иисус грядет.